Аким области побывал с рабочей поездкой в Есильском районе. Ерик Султанов встретился с местными аграриями, узнал, как обстоят дела с уборкой урожая. Посетил глава региона ИТО «Аулие Голд Майнинг», где с декабря прошлого года добывают золото. Сколько килограммов благородного металла уже произвели на предприятии и какой урожай собирают есильцы, узнаете из нашего материала. На предприятии «Атамикен Агроесиль» зерноток не заглушают даже ночью, обрабатывают урожай круглые сутки. Хлеб с поля приходит разного качества, здесь его чистят и сортируют. Идет с поля влажностью 15-16. Мы подрабатываем и отправляем на элеватор. В день подрабатывают этих БЦ-100 и ЗАВ-40. Они по 150, по 160 тонн. Из-за высокой влажности зерно упаковывают вот в такие рукава. На предприятии этот способ хранения опробовали впервые. В мешках можно хранить до 200 тонн. Влажное зерно в них может находиться 1,5–2 месяца, пока его не отправят сушить на элеватор. Посевная площадь товарищества составляет порядка 20 тысяч гектаров. 40% из них занимают масличные культуры. Сегодня больше половины урожая убрали. Полным ходом идет свал зерновых. Подбор, прямое комбайнирование, где есть возможность. В хозяйстве работает 13 комбайнов, высокопроизводительных современных комбайнов, 4 свальных современных агрегатов. Урожайность в товариществе неплохая – 16,7 центнера с гектара, а по району средний показатель составляет больше 15 центнеров. В этом году зерновыми в Есильском засеяли 189 тысяч гектаров, 40 тысяч отвели под масличные. К уборке здесь приступили 20 августа. На поля вышли 508 комбайнов, 6 из них новые. Недостатка в топливе нет. За месяц аграрии набрали хороший темп, обработали больше 60 посевных площадей. Обмолотили 54% зерновых и 52% масличных. Есть такие хозяйства, которые уже за 70%, например, обмолотили, это как ТО Поляковское, имеет хорошую урожайность, 24 центнера с гектара на сегодняшний день. Думается, что урожайность еще возрастет. Неплохо работают и другие хозяйства, например, ТО Пушкинское, Атамикен Агро Корнеевка, Атамикен Агро Есиль, Прометей Агро. Всего в районе 80 товариществ и на сотню больше крестьянских хозяйств. Руководители ведущих предприятий сегодня встретились с акимом области. Ерик Султанов интересуется ходом уборки. Аграрии отмечают, в этом году работают намного быстрее, чем в прошлом. Делятся проблемами с главой региона. Получают ответ – все они разрешимы. Рассказал Ерик Султанов и о недавно прошедшем 12-м межрегиональном форуме в Сочи. Говорит, было немало интересных предложений. Наш министр, кстати, предложил очень хорошее предложение. Слово операции, если мы в России поставляли, а Россия поставляла тоже зерно на порт. То есть не надо силы России вести на Москву, Санкт-Петербург и сюда. То есть слово операции. Мы поставляем сюда, они тоже зерно поставляют дальше. То есть экономия идет большая на дороге. А это уже предприятие «Аулие Голд Майнинг». Добывать золото в Есильском районе начали в декабре прошлого года. Разрабатывают здесь рассыпные рудные месторождения. Раньше в стране такой способ добычи драгоценного металла никто не практиковал. Директор товарищества рассказывает об особенностях производства. Несмотря на некоторые проблемы с технологией, предприятие продолжает работать в привычном режиме. Сколько в этом году оборот составит ваш годовой оборот? Вот сейчас. 25 килограмм уже имеете, дары, да? Да. Будете иметь 50, да? Ну, я думаю, что до конца года 50-60 килограмм. 60 килограмм, да? Ну, это где-то около миллиарда всего, да? Руду просеивают, делают раствор. Его отправляют сюда, на завод. Прежде чем будущий драгметалл попадет в золотую комнату, он проходит несколько этапов обработки. Это режимное отделение. Попасть в помещение не так-то просто. Здесь и рождаются слитки. Это очень долгий и трудоемкий процесс. В месяц на предприятии перерабатывают до 70 тысяч тонн руды. Александра Салмина, Михаил Казначеев, Новости МТРК.